В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Незаконную постройку на улице Малонагорной в городе Видное решено снести. По всей Московской области прошла акция «Школа ЖКХ нашего двора», в том числе и в Ленинском районе. Приходят все жители, задают вопросы, наболевшие. В центре социального обслуживания «Вера» можно взять на прокат не совсем привычные, но порой очень необходимые вещи. Трость, да? Трость. Да, трость хотели получить, да? Хорошо, сейчас я вам ее выдам, сейчас я запишу ваши паспортные данные. К сожалению, не все хотят учиться на чужом горьком опыте. Видным подверглась сносу очередная высотка на сотках. Строение, расположенное по адресу улица Малонагорная, дом 6А, по решению суда, приговорили к сносу. Собственник отказался делать это самостоятельно, поэтому к делу подключилось руководство муниципалитета. Татьяна Брылова расскажет подробнее. На улице Малонагорной уже порядка 5 лет красуется вот это незаконно возведенное здание. Объект был выявлен инспекторами главгостроенадзора в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. Дом возводился без разрешительной документации на землях для индивидуального жилищного строительства, не предназначенных для строительства многоэтажных домов. В администрацию Ленинского района было направлено уведомление для принятия мер по факту выявленного самостроя. На днях по решению суда начался снос здания. Здание, а это видно сразу, возводилось как многоквартирный дом, поэтому на работы по сносу уйдет несколько дней, а после еще предстоит навести порядок. Демонтажными работами предусмотрено не только вывоз грунта как такового, вывоз строительного мусора, еще, ну, так или иначе, в упрощенном виде рекультивация земельного участка. То есть будет вывезен последний там фундаментный камень, завезен грунт более-менее, ну, для того, чтобы хотя бы это было, ну, единой ровной площадкой земляной. Строение выполнено из арболитовых блоков. Столь дешевые материалы не гарантируют эксплуатационную надежность здания. Опилки, цемент и пенопласт. Вот такие материалы использовали при строительстве этого жилого здания. Современные стандарты строительства с учетом погодных особенностей нашего региона этого не допускают. Высотки на сотках. Это выражение стало уже устойчивым. Ежегодно в Московской области подлежат сносу сотни подобных строений в разных муниципалитетах. Среди самовольно возведенных не только жилые здания. Это производственные и торговые объекты, а также логистические центры и терминалы. На сегодняшний день у нас порядка уже 1127 объектов самовольного строительства выявлено по Московской области. К сожалению, Ленинский район у нас попадает в десятку лидеров в кавычках по самовольным постройкам. Порядка 56 объектов самовольной постройки в Ленинском районе на сегодняшний день у нас. Строение на Малонагорной стало одним из первых, которые сносят в Ленинском районе в этом году. Все затраты, понесенные администрацией на выполнение работ, подлежат возмещению собственникам. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Приемную к депутату Московской областной думы Владимиру Жуко обратился житель района Илья Николаевич Продан с жалобой на работу офиса Мосэнергосбыта. Нефункционирующие терминалы оплаты, закрытый туалет, огромные очереди – это все лишь часть озвученных им проблем. Наша съемочная группа попыталась выяснить, почему жители вынуждены проводить свою жизнь в очередях. Получив квитанцию за счет, вывоз мусора и капитальный ремонт, Илья Николаевич Продан решил пойти разобраться с начислениями в Мособлъеирц. Но там вместо ожидаемой помощи его встретила огромная очередь. И стоял 3 часа 5 минут в очереди. А там бабушки, дедушки, нет стулья, нет где садиться. Туалет закрыт. Закрыты их кабинеты 119-120. И невозможно попасть на прием. Пожалуйста даже. Оплатить услуги, уверяет Илья Николаевич, проблематично. Большинство терминалов не работают. С этими проблемами он пришел в приемную депутата областной думы Владимира Жука. С собой взял обращение, наскоро составленное в помещении Мособлъеирц, которое подписали еще 32 соседа по очереди. Некоторые из них тоже пришли на прием.
сколько народу. Каждый день бедные там, вот кто сидят, женщины, бабушки, они замучились. Старушки, они не поймут, в чем дело, на тысячи им приходит вот эта оплата. А виной всему, уверяют жители, единые платежки за свет, вывоз мусора и капитальный ремонт. И чтобы избежать недопонимания и путаницы в дальнейшем, нужно вернуть все, как было, чтобы счета приходили отдельными квитанциями. Чтобы люди не путались, чтобы людей не обманывали, потому что они не могут разобраться так. Люди по факту приходят платить, говорят, у меня 100 киловатт, вот 5 рублей за киловатт, 500, а с нее берут 800, 1200. На каком основании? С капремонта перекинули оплату на свет. Теперь у меня на свет переплата, а вот здесь недоплата. А как мне это назад перекинуть, я не знаю. Дозвониться нереально. В отсутствие Владимира Жука прием вел его заместитель Александр Серов. Он внимательно выслушал претензии жителей и порекомендовал сначала обратиться в МОСОБЛ ЕИРЦ и записаться на прием в администрацию района. Есть Усков Александр Евгеньевич, зам по ЖКХ, который вот все вопросы, которые назвали, он курирует. Угу. И он должен заниматься этим вопросом. Надо, я ему сейчас позвоню и сказать, будь добр, Александр Евгеньевич, пригласите людей, разберитесь в этой проблеме. Если вы не сможете, тогда Жук, я по поручению Жука приглашаю МОСЭнергосбыт, приглашаю управляющую компанию и кто там еще, приглашаю всех, и вот здесь мы разбираемся. Мы решили съездить в МОСОБЛ ЕИРС на школьной 84А и увидеть все своими глазами. Большинство терминалов действительно не работает, очереди громадные. Сейчас мы посмотрим, работает ли туалет. Закрыто. Многие из этих людей ожидают приема не первый час. И такое положение вещей, уверяют они, уже становится постоянным. Это МОСЭнерго, где должны принимать только электричество. Здесь принимают и мусор, и капитальный ремонт. Принимают не только видное. Развилка, Бутово. Тут вообще приезжают отовсюду. Принимают два человека. Нету даже администратора. Но это просто невыносимо. Работают только в рабочий день. Когда люди работают, когда приходить вообще, когда попасть. Сотрудники офиса на местах комментировать ситуацию отказались, порекомендовав обратиться к начальству в головной офис в Подольске, куда мы и позвонили. Мы приносим извинения за неудобства для жителей. Мы в курсе этой проблемы, значит, эта проблема временная. Но у нас идет замена каналов связи, технические работы. В связи с этим сейчас терминалы не работают. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы этот вопрос решим. Сейчас идет набор новых сотрудников на работу в офис «Видное». Еще нас заверили, что вопрос с закрытым туалетом и отсутствием стульев будет решен в ближайшее время. Планируется также открыть дополнительный офис МОСОБЛ ЕРЦ в «Видном», чтобы решить проблему очередей. С вопросами по начислениям жители могут обратиться в контактный центр МОСОБЛ ЕРЦ. Телефоны указаны на сайте компании. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». По всей Московской области прошла акция «Школа ЖКХ нашего двора». В Ленинском районе консультация под открытым небом со службами управляющих компаний проходила на 13 площадках. Наша съемочная группа побывала на одной из них и узнала о преимуществах новой акции. Подробности в сюжете нашего корреспондента Арсения Рогозянского. На дворовой территории 2-го и 3-го домов по проспекту Ленинского комсомола сразу и не поймешь, что происходит. Играет музыка, веселятся дети, и только взрослые задумчиво сидят за партами. В таком формате проходила новая акция Госжилинспекции Московской области «Школа ЖКХ нашего двора», где у мальчишек и девчонок долгая переменка, а у родителей процесс обучения. В роли учителей сотрудники управляющей компании, они отвечают на вопросы жителей, подробно разъясняя каждый момент. Такие праздники, конечно, хорошо бы проводить почаще. Этот праздник устраивает правительство Московской области. Здесь на этом празднике присутствуют все службы. Это представители ГЖИ, это представители управляющих компаний, представители мусоровозящих организаций, представители администрации. Ну и, соответственно, приходят все жители, задают вопросы, наболевшие. В таком формате акция проходит впервые. На свежем воздухе обсуждение вопросов идет более непринужденно. Пришла квитанция за мусор там за полгода, вот, сразу. И, ну, в принципе, ну, они полностью ответили на наш вопрос. Потому что как бы несогласованность была и ЖКХ, там, и компания, вот, которая предоставляет квитанции. Акцию посетили глава муниципалитета Валерий Венцель и глава города Видное Моисей Шамаилов, которые ответили на вопросы жителей. Моисей Исакович отметил эффективность школы ЖКХ. Я считаю, что людям надо давать разъяснения. Многие даже вот
не всегда понимают, оплатить, не платить, мусор, и что это такое региональный оператор. Ну, много вопросов, понимаете. Очень часто мы, у нас у всех не доходят руки где-то что-то поизучать. А так вот пришли в одном месте, все объяснили. Школа ЖКХ нашего двора аттестатов об образовании не выдавала. Зато обеспечила детям и взрослым хороший отдых с возможностью обсудить насущные вопросы. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. В разгаре лета и у нас в гостях заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Олег Савченко. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте. Как я понимаю, для вашего ведомства сезонность играет огромную роль. Скажите, на что сейчас направлены усилия сотрудников вашего ведомства? Летний период связан с определенным перечнем рисков, которые мы для себя определяем, и в каких направлениях мы ведем ту профилактическую работу. Можно разделить на несколько этапов. Первое – это возникновение пожаров в сельских населенных пунктах, в садоводческих товариществах, в частных жилых домах. Это связано с тем, что жители нашего района из Москвы выезжают на свои приусадебные участки и практически все лето проводят там. А сейчас какая ситуация вот с пожарами? Она действительно увеличилась, обострилась? Да, на сегодняшний момент, вот на 8 число, произошло на территории района 327 пожаров. В результате данных пожаров погибли 3 человека. И пострадало 4. Констатируем, что много наших жителей, гостей выходят в лесные массивы. Это связано и с сбором грибов, с пикниками, готовят шашлыки и, соответственно, разводят открытый огонь, костры. В результате этого могут возникать лесные пожары. И тому пример – это Рязанская область, и часть пожаров переходила лесных на территорию Московской области, где в течение дней большим количеством личного состава, в том числе и добровольцам лесной охраны, были предприняты такие значительные усилия по ликвидации загорания в лесных массивах. Ну, это что касается возгораний. А насколько я знаю, еще и водоемы тоже являются таким объектом пристального внимания сотрудников МЧС. Да, в связи с теплой погодой, конечно, открылся купальный сезон. Доведу до населения нашего, что на территории Ленинского района мест для купания нет. Это связано с тем, что показатели воды не соответствуют гигиеническим нормам, но вместе с тем муниципалитетом организованы места отдыха на воде. То есть там, где наши граждане или гости нашего района могут на берегу водоема отдохнуть, и есть какая-то инфраструктура. Таких мест 4, они обозначены, официальных 4, да, которые подготовлены в соответствии с установленными требованиями. Они есть, размещены эта информация на сайте администрации района. Обратиться, может быть, к нашим жителям, чтобы они на какие-то вещи обратили особое внимание, выезжая за город, отдыхая. Ну, прежде всего, с 1 мая введен особый противопожарный режим постановлением губернатора Московской области. В этой связи на приусадебных участках запрещено разведение костров. Частая причина возникновения пожаров в частных домовладениях, ну и многоквартирных жилых домах – это детская шалость с огнем. Экспериментируют, зажигают какие-то конструкции, бумагу жгут, в том числе и на балконах, картошку пекут, и такие случаи у нас были. Это приводит тоже к непоправимым последствиям. И что касается рисков поведения на воде, здесь ко всем обращаемся, что купаться возможно только в тех местах, которые официально открыты для купания. В тех местах однозначно должны дежурить спасательные службы со соответствующими средствами спасения. Если же этого нет, значит, купаться там запрещено. Можно отдыхать у воды. Ну, как говорится, известны истины, но лишний раз их проговорить и еще раз заучить, в общем-то, наверное, не помешает. Олег Викторович, спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Олег Савченко. К другим новостям. Прокат велосипедов, туристического снаряжения или автомобилей уже стал для нас привычным делом. А в центре социального обслуживания «Вера» можно взять на прокат не совсем привычные, но порой очень необходимые вещи. Увы, но от травм не застрахован никто. Сегодня инвалидные кресла, ходунки или костыли проще, дешевле и практичнее взять в аренду. Такую услугу теперь оказывает Центр социального обслуживания «Вера».
У нас эта услуга на платной основе, но стоимость, хочу сказать, довольно-таки символичная. И для человека, попавшего в беду, выгоднее намного взять в аренду наше оборудование, вместо того, чтобы покупать, и оно стояло у него дома. Чтобы пользоваться оборудованием без проблем, необходимо подписать договор. Оформление документов занимает не более 5 минут. Все, что потребуется, паспорт. При этом неважно, берете вы что-то для себя или, например, для родственника. Трость, да? Трость. Да, трость хотели получить, да? Хорошо, сейчас я вам ее выдам, сейчас я запишу ваши паспортные данные. Заказать какое-либо оборудование можно дистанционно. Для этого нужно установить в смартфон приложение «Мобильный центр социальных услуг». Как работает приложение, проще всего показать вот на этом интерактивном стенде. Это точная копия телефона и интерфейса приложения. Итак, выбираем «Средства реабилитации». Вводим город и учреждение, нажимаем «Продолжить». Перед нами появляется список всего, что нам могут предоставить. Ходунки, трость, кресло, коляска, костыли. Выбираем то, что нам нужно, ну, допустим, ходунки. Нажимаем, опять нажимаем кнопку «Оформить заявку». Дальше вводим фамилия, имя, отчество, номер телефона и дату и время, когда требуется нам получить это оборудование. Соответственно, нажимаем кнопку «Оставить заявку» и ждем звонка от оператора. Все оборудование хранится на складе. В наличии 21 инвалидная коляска, из них 3 детские, 14 ходунков, 10 костылей, трости, кресло туалета и прочие средства реабилитации. Многие даже в упаковке. В месяц где-то человек 15 у нас пользуется этой услугой. В основном зимний период, когда ломают себе ножки. Это, конечно, очень плохо, но мы выручаем. Можно взять на неделю, на один день даже можно коляску повезти, допустим, человека в больницу и привезти. Конечно, лучше не попадать в ситуации, когда требуется подобный прокат. Но если неприятность случилась, здесь всегда помогут. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Культурная жемчужина Ленинского района, музей-заповедник Горки Ленинские, в минувшие выходные принимал гостей. Здесь состоялся 5-й юбилейный фестиваль «Джазовые сезоны», на котором побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Уже в 5-й раз любители музыки и летних опен-эйров собрались в музей-заповеднике Горки Ленинские на фестиваль «Джазовые сезоны». Для Ленинского района проводить на протяжении 5 лет мероприятие столь высокого уровня – большая ответственность. Но также это возможность познакомить гостей муниципалитета с традициями нашего края. Развивая такие, в том числе, направления, связанные с пропагандой и культурой, и пропагандой нашего исторического места, которым является музей-заповедник Горки Ленинские, территория самих Горок Ленинских, ближайшая территория в составе нашего муниципалитета, мы в первую очередь, конечно же, прививаем любовь к нашей родине. Джазовые сезоны – традиционное место встреч почитателей культуры экспериментальной музыки. Название фестиваля уже стало брендом, а состав участников – международным. Идейный вдохновитель, народный артист России Игорь Бутман на этот раз собрал на одной сцене не только музыкантов разных направлений джаза, но и из разных концов света. К нам приехал еще один гость, молодой афроамериканский музыкант Касимо, который... Как мы говорим, называем его будущим президентом Америки, не только я, его называют Уинтон Марсалис. Он блестящий гитарист, но интересуется политикой, он приехал сюда для того, чтобы, может быть, найти какие-то молодежные пути налаживания отношений наших стран. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Московской области, которое делает многое для развития культуры в регионе. То, как отбирает Игорь Бутман каждого из исполнителей, и иностранцы, наши гости, вот американцы отметили, что уже, конечно, знают о фестивале, потому что смотрит же, кто принимал участие, а там суперзвезды. Это репутация, и это ни в коем случае нельзя терять. Многие из зрителей настолько полюбили фестиваль, что приезжают сюда каждый год, причем не только из Московской области. Мы имеем уже костяк наших посетителей, узнаем их в лицо, и вы не поверите, вот встречаясь из года в год, как родные люди, давно не видевшиеся, все мы разные, но настолько интересная публика, которая проникает в атмосферу и музыки, и нашей усадьбы. Зрители расположились на поляне перед сценой. Кто-то на стульях, другие на пледах и надувных матрасах. Возможно, именно объединяющая всех любовь к джазу помогла разогнать тучи и остановить начавший накрапывать дождь. Я вообще издалека, я из Сибири. И так получилось, что мне просто вчера захотелось зайти
посмотреть концерты Игоря Бутмана. Обратила внимание, что есть такой фестиваль. С удовольствием взяла билет, с удовольствием приехала, с удовольствием слушаю. В общем, все очень хорошо. Отлично. Фестиваль, каждый год на него хожу. Игорь Михайлович большой молодец. Так держать. Организация, да, нравится, супер, все подсказали, как, откуда и как добраться. Бесплатные автобусы, я слышал, пустили. Супер. Организация прям радует. Постоянно посещаем мероприятия джазовые. Вот. Поэтому не было мысли, взяли билеты и сразу приехали. Одним из самых долгожданных выступлений стал дебют на горкинской сцене Валерия Сюткина и его оркестра «Light Jazz» с программой, в основном состоящей из ретро-шлягеров советских лет. С Игорем Бутманом нас связывает давняя дружба, поэтому сейчас, когда Игорь сам организовывает фестивали, я стал более востребованным. Скажем так, раньше как-то думали, что играет рок-н-ролл, и пусть играет. А мы, кстати, рок-н-ролл, кстати, тоже отлично мог бы здесь прозвучать, но разные форматы. И все же рок-н-ролльные мотивы со сцены прозвучали, чем очень порадовали собравшуюся публику. Джазовая музыка не смолкала над усадьбой музея-заповедника все выходные. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.